Всем доброе утро. Вот тут я, собственно, и ночевал. Климат очень резко здесь изменился. Появились комары, стало теплее, гораздо теплее. Стекла вон запотевшие. Утренний запуск. Блин, масло вообще что-то не проверяю, надо будет день проверить. Машина постоянно на раскоряку, потому что, по крайней мере, на ночь. Ну, моя система маленько прохудилась, конечно, вот здесь и отверстие было у комариков. Комары пропали, но такие огромные мухи появились, и им понравилось вот это, что-то прямо они об машину бьются. А, им шпаклевка понравилась. Они по шпаклевке ползают. Жопой вон елозит по зеркалу. Офигеть, она держится до последнего. 90 км еду. О, надо скинуть. А это город Лучегорск. И сейчас мы туда заедем. Очень много инфраструктуры здесь. Такой прям автомобильный. Движение тут очень размеренное, очень медленное. Все не спешат никуда. Стоим, любуемся, наблюдаем. Так, мы оказались в городе Лучегорск, в гаражах. Это Саня. Всем привет. Саня, значит, предлагает мне смыть мою лечебную пасту. Слушай, она затвердела, может ее оставить? Смоем. Итак, пока Саня занят, посмотрим его автомобиль. Это Honda Fit, гибридный Fit. Вот это Саня сам аквапринт делал. Смотрится, конечно, да, это установлено, смотрится офигенно. Я понял, что это не родное, потому что здесь немного закрывается, обдув, но я думаю, в ноги, на стекло нормально все дует. Все, значит, все вот в таком исполнении, ну тоже породистая как бы машина, Honda есть Honda. Тоже я смотрю, он болтики не кручены, и все четко. Охренеть, тут круиз-контроль тоже есть. Задний ряд сидений, ну место дофига, там еще и багажник нормальный. Вот такой багажник. Здесь обдув, смотрите, какой прикольный, на задние стекла. Литье родное, 15-е. Запускается барашком машина. Вот такая, в общем, система гибридная. Mugen Power. Ну тут полностью тюнинг. Во, люди живут, блин, в гараже. Центральное отопление. Вода, кёршер, все вообще четко. Мы уже в другом гараже. Тут их целых два получается соединенных. А это газовая, да, у тебя? Не, на соляре. Ямы нет, да, я так понимаю? Ямы тут нет, и там тоже нет ее. Все подряд, все, что душе угодно, да? Чем хорош кейкар? Тем, что он помещается в любое помещение, как к себе домой. Вот смотрите, сколько много здесь места вокруг сразу. В общем, порешали мы на том, что бампер останется в шпаклевке экспериментально. А капот мы отделаем вот таким сейчас материалом, Агротекс называется. С этой стороны он получается такой, как матерчатый немного. А с этой он уже, как, не знаю, как какой-то целлофан такой пластик. И материал дышит, то есть капот будет дышать. Когда начали смывать, просто у меня сердце кровью начало обливаться. Я думаю, полдня я мазал, блин, и тут еще так плохо смывается. Я думаю, сейчас слетит от дождя за 5 минут буквально, ну вот, сколько, да, отвалилось. Оно, оказывается, высохло и нормально уже держалось. Даже кёршером вот так вплотную подносишь, вот видите, все остается. Короче, бампер я шпаклюю заново сейчас на второй слой. Надеюсь, ни грунтовкой, ни бетон контактом, ничего не обрабатываем. Саня, ну давай расскажи ты теперь пару слов о тебе. У нас городок здесь маленький, 20 тысяч населения. И работаем на двух работах, наверное, как везде и всюду все пытаются там работать. Но не все. Ну да, есть отдельные кадры. Типа Ромы. Есть хобби, тот же гараж. Хорошо, когда не бухаешь, а есть чем заниматься. Поковыряться, и чтобы машины были, как бы выглядели красивенько. Тоже ковыряюсь, есть мой канал. Называется Саня Гонтарь. Гонтарь на английском языке.
Да, ссылочку оставим в описании. Занимаюсь ремонтом автомобилей. Кому понравятся видосы, заходите, спрашивайте, подписывайтесь, смотрите. Да, гаражная жизнь здесь кипит. Вот видите, народ. Ну вот возле Сани мало соседей, он этому рад. Вот он, автовокзал, газики гоняют. Жизнь, короче, кипит, и правый руль, и левый, и здесь все. Но больше, конечно, правого. Тут еще есть, и вот завод один. Это теплоэлектростанции. Углем топят, пар крутит генератор, ну и вырабатывается электричество. И это электричество все идет, ну, по Приморью здесь питает, Приморье. И продаем в Китай электричество. Вот так, да? Для китайцев там копейки стоят, а мы платим в два раза дороже. А что за водоем здесь купаетесь? А водоем это получается с турбин остаток там пара выбрасывают, то есть они водой охлаждают. А, я думал, это какая-то река. Смотрю, течение такое. Да, это холодный канал. А там, получается, где сбрасывают, там теплый канал. А что за вода, купаться можно там или нет? Ну, купается, детвора у нас вот купается вот здесь. Есть теплый канал, он не замерзает никогда зимой. Даже в минус 30? Да, она парует постоянно. О, мужики, рыбу ловят. То есть рыба воется, да? Да. В Волчегорске есть пятиэтажный дом, 20 подъездов. Я видел длинные дома, но не пятиэтажки. Вот она, китайская стена в Лучегорске, имеет место быть. Утки плавают. Я вообще, знаешь, слышал, сейчас такая мода пошла вот переезжать с крупных городов. Ну и в деревня, и вот в города помельче. Особенно кто на удаленке там работает. Видишь, мегаполис, он задавливает людей. Ты в городе, ну где ты природа? Либо у тебя... Там есть. Времени нет на это. Времени нет, да. Приехали на родник. А он как, не течет, да, здесь? Не, он набирается. Вот только воду заберут, он набирается снова. А, то есть там сосуды, да, сообщают? Ну да, 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 да. Это вот он идет откуда-то оттуда, с сопки. А тем временем буквально вот минут 15 отъехал от Лучегорска и уже Хабаровский край, все. В Приморском крае, блин, сколько я прожил, можно сказать, 1.5 месяца. И двигаюсь вперед навстречу новым приключениям. Конечно же, вместе с вами. Свернул в трассу, вот такая живописная дорога. Уже в поисках места для ночлега. Вы слышите эти звуки? Это мухи вот эти гигантские, они бьются об кузов. О-о-о. Говорят, они еще кусают, это просто жесть. Охренеть, их сколько здесь. Ну блин, здесь идеальное место для ночлега. От трассы, ну и недалеко, и не знаю, пару километров максимум от трассы. То есть и не шумно, и недалеко уехал, ничего, вообще офигенно сегодня нашел местечко себе. Правда, мухи эти, они именно на машину, вот видите, я иду. Им вообще пофигу на меня. Вы спросите, почему я заезжаю в лес? Да потому что я люблю природу, я люблю вот этот, вот эти все звуки, кузнечики, там что-то, лягушки, квакушки. А где-то возле кафе, мафе, там остановишься, там, что там хорошего, а? Постоянно машины проезжают, уезжают, сигналят. Дорожные шалавы эти, там, я не знаю, ну, то есть, вообще, ну, ничего меня там не привлекает. Потому что я путешествую по природе. А там ты стоишь возле этой кафешки, как в городе. Не, ну, там, если реально в номер заселяться, если вот зимой бы я бы ехал, конечно, смысл, да, в машине там что-то греть заведённое, это мучение. А так на природе летом спальничек, вообще само то. Ну, вот такие, видите, препятствия уже, вот здесь я проезжал по кромке. Ну, то есть уже это, дальше уже все, мне кажется, ходу нету. Сейчас пойду, схожу. Они просто от нее сходят с ума. Черный бриллиант мой. Да не, все, все, вот здесь уже все, я сяду. Ну, просто пойду прогуляюсь по своей улице сегодняшней. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Вот смотрите, улитка как-то забралась на крапиву, на самый верх почти. Вот еще одна улитка. Комаров, кстати, нет сейчас. Но сейчас солнце начнет заходить, наверное, появится. Здесь такой прудик. Там вон еще один. Кувшинки.
Офигеть, первый раз слышу, как провода трещат. Я надеюсь, можно пройти? Я сейчас влажный такой, сырой, вспотевший. Пригнусь нафиг. Гулял тут по окрестностям в поисках интернета, ну и вообще наслаждался природой. Нашел железную дорогу. Закат тут такой офигенный. Снимаю на телефон. Здесь вот речушка течет. Вокруг вообще никого. Сопки только. Лес. И вот эта вода. Ребята, вот я вот смотрю, вот тут кто металлом занимается. Это вот эти штуки нельзя забирать, да? Что-то валяются какие-то, но они тяжелые пипец. С болгаркой приехать. Ну, наверное, нельзя. Просто это, просветите. Я знаю, что металл подорожал, не знаю насколько. Но вот лежит металл, как бы, ничей. Интернет нашел я. В итоге посмотрел видос, забанили мой, который я загрузил. Из-за музыки. Сейчас придется кавер какой-то искать. На улице уже становится прохладненько. Асфальт. Дорога теплая еще. Всем доброе утро. Сейчас 8 часов утра. Такой пейзажик за бортом. А сейчас я вам покажу, как я живу в своем кейкаре. Вот, смотрите, это ненужный подголовник один из них. Там вот он у меня стоит, обувь, тапки и кроссовки. Ну, здесь столиком этим что-то я практически не пользуюсь. Здесь вот лежит ноутбук. Ночью рендерился видос, пришлось переделывать. Вот примерно так здесь место для меня. Вот они рядом, колеса. Но, в принципе, совершенно не мешают. И не было таких ситуаций, чтобы я там бил, ну, терся об них, бился. Но они в пакетах, как бы. В общем, они, в принципе, не напрягают. Но единственное, напрягает, что их нужно перекладывать каждый раз. Когда я еду, но эта стопка, естественно, разваливается. И мне приходится по два складывать. Два в багажник, два вот здесь в салоне остается. И вот москитная сеточка моя, технология моя, разработка. О, а маленький вообще отвалился. Вот эти мухи большие, они сюда не залетают. Они почему-то об кузов автомобиля с разбегу бьются или просто сидят на нем. А, ну вон одна муха сидит, но это, по-моему, с вечера еще кто-то здесь оставался у меня. Вот так, значит, выглядит мое спальное место. Это спальный мешок, который я приобрел во Владивостоке на китайском рынке за 888 рублей. Ну, это что-то типа холофайбера или синтепона. В принципе, он отбил себя буквально за одну-две ночевки, так что я им доволен. И этот спальник можно продать в любой момент за те же там 800 рублей. В качестве подушки у меня второй рюкзак, в котором лежит пуховик, ну и там кое-какая одежда. Ну а вот так, собственно, выглядит спальное место без спальника. Конечно, не идеальная ровная поверхность. Конечно, если лечь на спину и вытянуться прям как струнка, то тогда упираются ноги, получается впритык. Но если спать на животе, получается немного же, все равно сгибаешься. И получается само то. Но я подумываю о том, чтобы купить, возможно, матрас. Такой большой здесь не влезет, а маленькие такие матрасики. Попробовать такой здесь постелить, чтобы он маленько сгладил рельеф. Но вроде как высыпаюсь. Ну, как-то все же, конечно, не как на кровати, не как на постели, откровенно скажу, но высыпаюсь нормально. В 11, там, в 12 засыпаешь, вот сейчас 8 часов, я где-то пол восьмого уже начинаешь просыпаться. В общем, эвакуируюсь отсюда, потому что мухи не дают не то, что там голову помыть, даже зарядку сделать не получается. Просто они, вон, они и машину облепили, они начали меня облеплять уже. Сейчас куда-нибудь разгонюсь, отъеду от них, потому что это жесть какая-то. Вон они сейчас будут держаться за машину, блин, до последнего. Конченые вообще, блин. На трассе прям встретил полигон. Блин, к сожалению, там кто-то есть, там кто-то еще военные едут. Полазить там, наверное, не получится. Погода жарит, просто жесть вообще. Ищу тенек, чтобы где-то покушать, посидеть спокойно. В
Приземлился, значит, так на остановочке. Хлеб у меня заплесневал, пока я путешествую. Вот, открыл сухпаёк. Ем вот галеты с кабачковой икрой. Офигенно, мухи не достают. Там возле машины летают, меня не трогают. Хоть спокойно посидеть можно. Тут второстепенная дорога идет. Там вот эта военная часть. Я скажу, здесь много военных ездит. Я как раз ем сухпаёк военный. Я вот сейчас обратил внимание, что я еду и даже музыку сегодня не включаю, потому что ну реально вот наслаждаюсь красотами. Хотя я закачал на флешку там новые песни. Вот Пать первая, ручей. А, отмечу, что ни одного поста еще не было такого, который, ну конкретно пост стоит, полицейский, инспектор, да, и все вот это происходит, да, как обычно. Это пост был, но это для грузовых, видимо, весовой контроль был, потому что ограничение скоростное было для грузовых. Вот, кстати, смотрите, как думаете, это просто для прикола вот эта ветряная мельница и солнечная батарея? Или это реально практичная вещь, и она справляется с зарядкой вот этих фонарей? И такое бывает. Так, ладно, рисковать не будем, манчика пропустим. Ремонтируют дороги. Все вперед. Ничего, у него рюкзак прикольный. Кстати, судя по этим ветряным мельницам по направлению, ветер мне должен, ну роза ветров здесь такая, что ветер мне должен дуть в спину и расход должен уменьшаться. Вот, кстати, сервис. Люди по пути пользуются, пожалуйста, на эстакадочку заехал. Там масло поменял или что-то, ходовочку посмотрел, подшаманил, силиконом там помазал, ВД-шкой. Вон Nissan Note гонят какой-то фольгой, что ли, или чем-то блестящим делали переднюю часть. Ребята, сейчас будем атаковать, сейчас будем наказывать. Ё-моё, как бы камень-то не прилетел. Так, обе успею, обе. Ну газ в пол вот сейчас, нормально, 12 шагаем. Не, может, машинка может. Если захотеть, она может. Вот реально газ в пол второй раз за дорогу нажал. Вяземский район, в общем, все это происходит вот на границе Вяземского района. И что тут такая дорожка живописная тоже? Да тут вообще вся дорога живописная. Тут хоть не выключай камеру вообще. Вот, значит, человек остановился, я тоже. Такой вариант отделки, то есть подложкой со скотчем. И все, и никаких проблем вообще, камни не страшны. Зеркала тоже, все вот отделано. Ну, тоже имеет право на жизнь, получается. Без сеточки, то есть, вот человек мне не рекомендовал сетку, что, типа, может забиться и мотор перегреется.